Талант – понятие относительное. Из века в век, из десятилетия в десятилетие, из года в год оно может меняться. То, что казалось талантливым вчера, сегодня уже кажется обычным, а завтра и вовсе переходит в разряд второсортного. Гений всегда абсолютен. Сергей Прокофьев из абсолютных гениев. Всякий раз, когда он брал из недр мироздания пригоршню обыкновенных нот и расставлял их в нужном ему порядке, рождался шедевр – безупречный, точный и божественно гармоничный. Что бы и когда бы он ни писал, на всем лежал отпечаток гениальности. Причем гениальности всегда молодой. Не застарелый, не видавший виды, не увенчанный 6 сталинскими премиями, а юный, легкой и восторженный. Когда кровь кипит, сердце любит, а ум едва поспевает за чувствами. Прокофьев – дитя Серебряного века. Родился в 1891 в Малороссии. Хотя отец был купеческого сословия и родом из Москвы, а мать – из столицы Российской империи и с примесью суровой шведской крови, да к тому же еще и пианистка. Она была влюблена в Бетховена и Шопена, и эту любовь передала сыну, для которого клавиши домашнего пианино стали любимой игрушкой. Тук-тук – до ре, тук-тук – ля до, тук-тук – фа диез соль и все отменяющий бикар. Нотная грамота далась Прокофьеву раньше грамоты обыкновенной. В 5,5 он с моцартовским запалом сочинил индийский галоп. И потом из рога музыкального изобилия посыпались рондо, вальсы и пьески. А чуть позже детство окрасилось в оперные тона. Он всегда делал одно и то же. Он отстаивал самого себя. Он был невероятным эгоцентриком, конечно, невероятным совершенно. Когда читаешь ты его дневник, 2 огромных тома, 700 страниц, 500 страниц. Сказать, что слово «я» – это самое частое слово, значит, ничего не сказать, понимаете? Ничего. Громадная самооценка, ну что вы хотите? Он чувствует, что Бог его одарил гением. 13 лет поступил в консерваторию, принес на вступительный экзамен 4 оперы и симфонию. А поступавший вслед за ним принес романс, написанный карандашом. Да и без аккомпанемента еще к тому же. Сергею Прокофьеву было 10 с небольшим, когда его решили показать Сергею Танееву, композитору и музыковеду, бывшему директору Московской консерватории и любимому ученику Петра Ильича Чайковского. И показали его не с пустыми руками. К тому времени 10-летний Прокофьев уже написал одну оперу «Великан» и работал над второй на пустынных островах. Танеев был весьма впечатлен и сразу посоветовал родителям как можно быстрее отдать мальчика в профессиональные руки, чтобы его ошибки не вошли в привычку. И первым наставником Прокофьева стал композитор Рейнгольд Глиер, который специально приезжал в деревню Солнцевка, где жили Прокофьевы, чтобы давать мальчику уроки композиции. Едва ли больше четверти часа длится первый концерт Сергея Прокофьева для солирующего фортепиано и оркестра. Сочинявший быстро и без исправлений, композитор написал произведение в возрасте 20 лет и впервые исполнил в 1912-м, оставив себе, естественно, главную партию фортепиано. 2 года спустя он исполнил его на конкурсе имени Артура Рубинштейна, где музыкально состязались 5 одаренных выпускников консерватории. Прокофьев, разумеется, получил первую премию, конечно, единогласно. За победу в конкурсе выпускников Прокофьев получил золотую медаль вместе с ценным призом – роялем фирмы «Шрёдер». К тому времени один диплом консерватории у него уже был. В 18 Сергей Прокофьев окончил альма-матер как композитор, в 23 – как пианист, а в 1917 еще продолжал заниматься по классу органа. Сам композитор очень скоро стал звездой тогдашнего столичного Петербурга. С 18 лет он давал фортепианные концерты. За право публиковать его ноты боролись 2 самых главных нотоиздателя царской России – Юргенсон и Кусевицкий. А для выступления перед заезжим мэтром Клодом Дебюсси Санкт-Петербург выбрал именно Прокофьева. Столичный свет боготворил совсем еще молодого композитора и пианиста. Серебряный век был падок на сильных духом гениев. Их он ставил на пьедестал. Прокофьев очень быстро занял на этом пьедестале свое место. Образ безупречного музыкального гения был ему к лицу. Он европеец по его манере и по его, как сказать,
образы, которые внутри плескают в его воображении. Но он глубоко русский. И это именно тот вид русского человека, который мы уже подзабили, который хорошо говорит по-французски. Сергей Прокофьев никогда не был таким, как все. Во время учебы в консерватории он всегда был в центре внимания. Ярко и модно одевался, громко говорил и всегда яростно отстаивал свою точку зрения. Прокофьев всегда стремился к идеалу, а потому его творческая биография не знает провалов. Он всегда точен, ярок, гениален. Музыковеды даже ввели такое понятие, как «прокофьевская доминанта», по которой музыку композитора можно легко отличить от опусов его коллег-современников. Прокофьев – это всегда мощь и сила, яростное звучание и лирический нерв на грани срыва. Его музыка очень подходила той эпохе, в которой он жил, и именно эта музыка и увековечила эту эпоху. Первая симфония Прокофьева, известная как «Классическая», была впервые исполнена в разоренном революцией Петрограде 21 апреля 1918-го. За пультом дирижера стоял сам композитор. Считается, что симфония создана по типу сочинений гениального представителя Венской школы Йозефа Гайдна. Прокофьев даже скопировал гайдновский состав оркестра с парами флейт, гобоев, кларнетов, валторн и труб. Эту симфонию любят хореографы. Первый балет на ее музыку поставили в 1931 в Парижском театре «Пегаль». Прокофьев не ведал провалов, но знал, что такое неприятие публики и критика. Так, во время исполнения «Скифской сюиты» в Петрограде в 1916-м зал покинули многие любители музыки. Среди тех, кто не мог выдержать напор прокофьевской музыкальной стихии, был даже ректор консерватории Глазунов. Но Прокофьев никогда не оглядывался на тех, кто критикует. Он был уверен в своей музыкальной правоте, а если быть точным, в своей гениальности. Ее признавали даже недруги и конкуренты. К тому же композитор обладал недюжинной фантазией и был литературно одарен. Так он писал неплохие стихи, а образному и язвительному языку его дневников могут позавидовать даже профессиональные литераторы. Как позднее написал сын композитора, «Дневник Прокофьева» — это уникальное произведение, которое имеет полное право получить свой собственный номер опуса в его каталоге, наравне с музыкальными шедеврами. Что бы он ни писал, на всем стояла печать, сделана Прокофьевым. Поэтому, например, подражать ей фактически нет. Гениальный композитор, но подражать ему невозможно. Тиражировать то, что он нашел, невозможно ни при каких обстоятельствах. И надо сказать, что исполнители из-за этого страдают, они не знают, куда деваться. Это такой композиторский абсолютизм. Все, что им нужно было, он все написал, все разметил, все рассчитал. Извольте исполнять так, как написано. Это не каждому дано, потому что Прокофьев не раз обращал внимание, здесь помимо вот интерпретации темпов, там, пиано, должна быть какая-то энергетика, такая человеческая. Даже величайшие музыканты, не все мог бы подойти Прокофьев под исполнение. Здесь в характере исполнителя даже что-то такое быть, так скажем, абсолютно не занудное, вот так я скажу. Она очень сложна для исполнителя, потому что он пианист, он и писал партитуры, строил в одном ключе, как. Это такой термин профессиональный, то есть это всегда можно понять, что это его партитура, даже если не знаешь произведение. Это удобно для пианистов музыка, а для всех, для певцов и для скрипачей, для духовых инструментов – это технически сложная музыка. Опера «Игрок» – одно из немногих сочинений Прокофьева, которые с трудом дошли до постановки, хотя ее мечтали перенести на сцену многие выдающиеся режиссеры. Первая редакция этой оперы была закончена Прокофьевым еще до революции. А в одном из тогдашних интервью композитор так говорил о своем сочинении. Сюжет этой повести Достоевского всегда, еще с юношеских лет, казался мне наиболее живым и ярким по сравнению с другими его романами. Еще лет 18, читая его, я думал, какой великолепный сюжет для оперы. Изобразить рулетку, толпу и страшный азарт представляется мне крайне увлекательным. Оперу планировал поставить на сцене тогда еще Императорского Мариинского театра сам Всеволод Мейерхольд.
Написать оперу «Игрок» Прокофьев предложил Дягилеву в 1914-м за ужином в Лондоне, но того прельщали только балеты. А потому инициатором оперного «Игрока» стал главный дирижер Мариинского театра Альберт Коутс. Первая редакция оперы была готова в 1916-м, вторая – в 1927-м. Но премьера прошла за границей, да еще по-французски, в 1929-м в театре Ламане в Брюсселе. А после нее композитор написал Мейерхольду. Обидно, что родные вороны проворонили премьеру. Когда молодой Прокофьев написал свою первую оперу «Игрок», как он дал интервью о том, что совершенно обязательно писать оперы на поэтический текст, либретто может быть и прозаическим, он так сделал и взял такое сложное произведение, как «Игрок» Достоевского. Не все же поняли это произведение, но на прослушивании в Мариинском театре были Мейерхольд, пригласили Головина, с которым тогда Мейерхольд постоянно работал в Мариинском, и Алчевского, который должен был исполнять главную роль, очень умный и великолепный певец. Если у кого-то возникало в состоянии такой глубокой задумчивости, как это исполнять, что это за музыка, то Мейерхольд сказал ему: вы даже не представляете, что вы написали. Это полный переворот в оперном театре. Прокофьев назвал стиль своей оперы декламационным, а Мейерхольд считал, что композитор пошел в ней дальше самого Вагнера. В 1920-х это считалось едва ли не самым лестным комплиментом. Ведь Вагнер имел славу реформатора оперного искусства и в то время еще не был связан с гитлеровским национал-социализмом. Так Прокофьев в 36 переплюнул самого Вагнера. Место в истории для русского композитора уже тогда было расчищено и устлано мягким ковром из подвластных ему нот. Когда Российскую империю топором по царской шее ударили две революции, Сергею Прокофьеву было всего 26. Хотя в отношении композитора впору было сказать уже 26. Он был знаменит, хорошо зарабатывал, писал весьма популярные сочинения и был готов вступить в борьбу за право именоваться первым или лучшим российским повелителем нот. Его обхаживали антрепренеры, заказчики вставали к нему в длинную очередь, а императорские театры предлагали свои сцены для постановок его произведений. Прокофьев еще не купался в лучах славы, но уже был готов нырнуть в бассейн с их отблесками и теплотой. Исторические события начала 20 века стали для него своеобразным рубежом, эдаким Рубиконом, который надо было преодолеть или отступить перед течением его революционных вод. Прокофьев колебался. Окружающий мир требовал от него одних нот, а сердце выстукивало точно такими же нотами, совсем другой ритм. Слушать свое сердце или же мир вокруг тебя – главный вопрос для молодого композитора. У Прокофьева все-таки, мне кажется, есть какая-то внутренняя борьба. С одной стороны, он хочет соответствовать своего времени, как делают многие композиторы сегодня. Модернизм, футуризм, ведь есть очень много произведений, которые… Есть один Прокофьев, а другие произведения, которые другой Прокофьев. И все-таки какой-то момент решает писать музыку, которую он хочет. Внутри него воюют две боги. Боги того музыки, которую он действительно хочет писать, и того музыку, которую он должен писать в его времени. Я дебютировал в Мариинском театре уже на спектакле. Это был балет «Метафизика», поставленный Данвен и Пантурски. Это вторая симфония Прокофьева была. И первую оперу, которую я продирижировал в Мариинском театре, был «Три апельсина». То есть Прокофьев у меня такая очень большая, я бы сказал, даже пылкая любовь. Сергей Прокофьев всегда ставил себе четкую цель и шел к ней напрямик, без окольных тропок, обходных путей и кривых дорожек. В Советской России ему было душно.
гению нет места там, где нечего есть, пронизывающий холод, а друзей раз за разом либо сажают в тюрьму, либо приговаривают к расстрелу, либо переводят в разряд заложников, чтобы при удобном случае расстрелять без суда и следствия. К тому же Прокофьевский круг из тех, кто выжил, уже перебрался в Париж и Берлин, а кто поудачливее – в Нью-Йорк и Лос-Анджелес. Его серебряный век либо покончил с собой, либо эмигрировал, а те, кто остались, просто мучились и были готовы к худшему. Все эти три варианта жизнелюбу Прокофьеву не подходили. В страшном и немытом Петрограде композитору было тяжело. В любой момент его тоже могли отправить в тараканью камеру с небом, изрезанным в неприветливую клетку тюремной решеткой. А ему хотелось сочинять и исполнять. В конце 1917 года, когда большевики революции окончательно растерзали страну, Сергей Прокофьев, уже известный к тому времени исполнитель, игравший на рояле в основном только свои сочинения, решил покинуть Россию. В дневнике он даже не пишет о своем желании уехать, а кричит о нем во весь голос. Чего стоит хотя бы вот эта цитата. «Ехать в Америку, конечно. Здесь закисание, там жизнь ключом. Здесь резня и дичь, там жизнь культурная. Здесь жалкие концерты в Кисловодске. Там Нью-Йорк, Чикаго. Колебаний нет. Весной я еду». 7 мая 1918 года Прокофьев выехал из Москвы. 1 августа он прибыл в Токио, а еще через 2 месяца, получив американскую визу, отплыл в США. 4 действия оперы «Любовь к трем апельсинам» по мотивам знаменитой сказки Карла Гоци Прокофьев написал под наркотическим влиянием эйфории от скорого переезда в Новый мир. В 1919-м она была закончена в США и оркестрована для Чикагской оперы. Либретто перевели на французский, хотя его авторы – старые друзья Прокофьева – Всеволод Мейерхольд, Владимир Соловьев, Константин Вогок. Хотя опера начинается с драки трагиков, комиков, лириков и пустоголовых, успех ее был безоговорочным. Когда, например, Чикагская опера не поставила вовремя оперу «Любовь к трем апельсинам», то Прокофьев подавал на нее в суд. И при этом еще изрек фразу, которая для меня тоже стала, как говорится, ключевой. «Пусть опера не пойдет, но я не дам делать из себя котлету». Вот это замечательно, это надо усвоить всем, понимаете? «Пусть не пойдет, но я не дам делать из себя котлету». Он страшно резистантный человек, энергия которого принимает форму сопротивления. Сопротивление в охрану своих собственных дел. Он был человеком экономическим, как это называют философы на Западе. То есть все примерял, так сказать, на себя, на свои возможности, на свое жизненное благополучие. Большую часть 1920-х Прокофьев посвятил балету. За оперой «Любовь к трем апельсинам» последовал только оперный «Огненный ангел» по Брюсову. И все. Балетные заказы Прокофьеву давал, естественно, Сергей Дягилев, который талантливо вел корабль модных русских сезонов по волнам беспокойных 20-х годов 20-го столетия. Причем у Дягилева никогда не было злого умысла навеки порывать с Россией. Большевики у власти или нет, антрепренерского гения это не волновало. Он всегда оставлял себе и труппе удобный плацдарм для возвращения на родину. Кстати, в этом он был весьма схож с Прокофьевым, который, бежав за рубеж, Россию никогда не поминал лихом, приезжал в страну советов на гастроли и не позволял себе открыто говорить дурные слова о большевиках. К тому же и Дягилев, и Прокофьев слышали, подобно Александру Блоку, музыку революции. Разве что Прокофьев слышал ее не псевдохристианской, как поэт, а жесткой, индустриальной, технократической и конструктивистской. Дягилев замышляет балет «Стальной скок». Он приглашает Прокофьева. Прокофьев вместе с Якуловым пишет либретто этого балета. Издалека им хотелось показать, как бурно развивается советская Россия, сколько здесь энтузиазма, какие новые люди возникают на сцене, в жизни и так далее. Балет этот имел скандальный успех. Там он был поставлен, скандальный успех, потому что вот Прокофьева назвали большевиком в музыке. Величайший антрепренер Сергей Дягилев называл Прокофьева своим вторым сыном. Первым он считал Игоря Стравинского. По заказу Дягилева Прокофьев написал 4 балета. Первый, «Алла и Лоли», так и не был поставлен. В
Второй, сказка о шуте семерых шутов перешутившего, прошел без особой шумихи. Третий, стальной скок, сочли слишком конструктивистским. А вот четвертый, блудный сын, прошел с грандиозным успехом. Его постановкой был закончен последний, 22-й дягилевский русский сезон. Вскоре Дягилев скоропостижно скончался, а его преемник Серж Лефарь заказал Прокофьеву балет на Днепре. Он был поставлен в Гранд-Опера и посвящен памяти Дягилева. Притчу о блудном сыне Прокофьев превратил в балет в 1929-м. Хореографом Дягилев назначил Джорджа Баланчина, и это привело к скандалу. Баланчин видел новый балет действом в стиле модерн, а Прокофьев представлял его танцевальной классикой с бородатыми мужчинами, пьющими вино. В конце жизни Баланчин сказал, что Прокофьев был отсталым человеком, видевшим в танце сплошную порнографию. Дягилев поддержал Баланчина и был прав. «Блудный сын» – одно из самых известных творений хореографа. Основой либретто «Блудного сына» стала легенда, рассказанная в Евангелии от Луки. Формальным автором балетного сюжета был секретарь дягилевской труппы Борис Кахно. Но идея балета так вдохновила Прокофьева, что на тот момент, когда ему прислали план нового произведения, композитор уже на две трети сочинил музыкальный текст. «Блудный сын» был очень дорог Прокофьеву, который позднее в других произведениях дважды повторял тему красавицы Сирены, соблазнившей главного героя. Сперва в скерце 4-й симфонии, а затем в рондо из 6 фортепианных пьес. А это значит, что сам композитор четко понимал, что музыка ему действительно удалась. Прокофьев – человек театра. Вот он пишет одно театральное сочинение с другим. Начиная с балета «Шут», начиная с оперы «Ранняя Магдалена Однакная», потом «Крок», потом «Любовь к Тремпесину». Вот это все начинает двигаться. И, в общем, это пускает свои ростки. Когда Прокофьев оказался в Советском Союзе, он продолжал быть театральным композитором. Понимаете, он такой театр в театре. Если вся советская жизнь была вот такой трагикомедией, понимаете, во славу народа, которого убили на каждом шагу, то музыка Прокофьева – это вот такой театр в театре. Он внутри этого театра представляет свой театр. Я с ним встречался. Так, если уж по-настоящему взять раз в семь. Конечно, я его видел много раз, и здоровался, но так... Из-за музыки это раз 7-8, не больше. Но это еще было даже до войны. Он тогда просто меня первый раз слышал. И когда после концерта он сказал, не сыграл бы я 5-й концерт. Почему-то он считал, что этот концерт не имеет успеха всегда. Может быть, я сыграю, и это понравится. Ну, конечно, так, шутил. За границей Прокофьев много гастролировал, как пианист и как дирижер. Чаще всего он исполнял свои сочинения. Трижды за время эмиграции он приезжал в Советский Союз. Никаких препятствий ему никто не чинил, скорее наоборот. Знаменитость хотели заманить обратно в Россию, чтобы показать, дескать, не так страшен большевистский черт, как его малюют. И советская власть в этом преуспела. В 1936-м Сергей Прокофьев поселился в Москве и тут же получил заказ на симфоническую сказку «Петя и Волк» для Центрального детского театра под руководством Натальи Сац. На высоком-высоком дереве сидела Петина знакомая птичка. Все вокруг спокойно, весело чирикала она. Цель этого произведения была примитивна до невозможности – познакомить детей в легкой форме с музыкальными инструментами. Простая история обернулась первым советским триумфом Прокофьева. Произведение для чтеца, текст которому написал сам Прокофьев и оркестра, и по сей день исполняется по всему миру. Первая экранизация «Пети и Волка» вышла в 1946-м на студии Уолта Диснея.
А среди чтецов были даже Михаил Горбачев, Билл Клинтон и Софи Лорен, которые за запись этого произведения Прокофьева в 2004-м получили престижную премию Грэмми за лучший детский альбом в разговорном жанре, чем не бессмертие и доказательство актуальности для гениального композитора. Если ты согласился жить под властью диктатора и работать под его всевидящим оком, будь добр, соблюдай правила хитроумной диктаторской игры, когда абсолютно всех, даже гениев, держат на коротком поводке. Будь готов, что однажды тиран может встать не с той ноги, и любые головы полетят с плеч. Но еще хуже, если не с той ноги он встал не случайно, а злонамеренно. Сталин умел держать на привязи даже таких гениев с мировым именем, как Сергей Прокофьев. Он жонглировал подчас парадоксальными обвинениями, то в неверной интерпретации истории, то в формализме, то в безыдейности, вселяя звериный ужас во всех. От этого страха чуткое композиторское сердце уходило в пятки. Прокофьев до 1948-го был неприкасаемым. Во-первых, его возвращение из эмиграции в страну Советов использовалось как доказательство того, что революция изменила мир к лучшему. Во-вторых, Прокофьев стал едва ли не самым исполняемым советским композитором, что при его работоспособности и гениальности гарантировало регулярное появление на свет музыкальных шедевров, тех, что на века. Музыку, наверное, самого знаменитого балета 20 века «Ромео и Джульетта» Сергей Прокофьев написал еще в 1935 году, до возвращения в Советский Союз. За право осуществить постановку этого прокофьевского сочинения на сцене яростно боролись Ленинградский театр оперы и балета имени Кирова и Большой театр в Москве. Однако премьера балета в сокращенном варианте прошла в Национальном театре «Брно» 30 декабря 1938-го. Лишь в январе 40-го балет «Ромео и Джульетта» в постановке Леонида Лавровского произвел фурор на сцене Кировского театра. Заглавные партии были отданы Галине Улановой и Константину Сергееву. Прокофьевская версия из 4 актов была сокращена, но Лавровскому и в 3 актах удалось создать поистине шекспировское действие, напряженное, насыщенное и динамичное. И это стало возможным только благодаря музыке Прокофьева. Трагическая история влюбленных Ромео и Джульетты в балете Прокофьева должна была закончиться хорошо. По крайней мере, таковым было изначально либретто, написанное композитором совместно с драматургом и худруком киностудии «Ленфильм» Адрианом Петровским. Однако в начале 1936-го «Правда» разгромила статью «Балетная фальшь» балет Шостаковича «Светлый ручей», обвинив его в легковесности. Прокофьев испугался и вернул в балет серьезные шекспировские смерти. Но в 1948-м вышло постановление Политбюро, в котором, как писалось, талантливые композиторы были обвинены в том, что отдельные их произведения переполнены неверными тенденциями, а сами повелители нот являются представителями антинародного формалистического направления. Среди формалистов был назван и Прокофьев, которого лишили возможности исполнять часть произведений. Так дамоклов меч советской критики обрушился на 6-ю симфонию Прокофьева и его оперу «Повесть о настоящем человеке», которую и по сей день считают недооцененной. Однако показательно было то, что само постановление и запрет на исполнение сочинений в 49-м году был отменен, а гонения на композиторов Сталин назвал некоторыми перегибами. Диктатор играл хитроумную шахматную партию, но в этом интеллектуальном спорте ему было не под силу соревноваться с Прокофьевым,
который был превосходным шахматистом. Он легко читал не только древнюю игру на клеточной доске, но и большую политику. Так шахматы композитор называл музыкой мыслей и особым миром борьбы, планов и страстей. На счету Прокофьева есть ничья с чемпионом мира Ласкером и победа над другим чемпионом мира – Капабланкой. Однако, несмотря на такие успехи, композитор проиграл в легендарном музыкально-шахматном поединке своему коллеге, скрипачу Давиду Ойстраху, с которым он провел матч за звание шахматного короля среди музыкантов. Это был 1937-й. Тогда диктатор пил бочками кровь своего народа, а композиторы беззаботно играли в шахматы. Очень смешно было в 1937 году, когда был знаменит этот шахматный турнир между Ойстрахом, который был одновременно другом и Шостаковича, и Прокофьева, и Прокофьевым. Два были замечательных шахматиста. Вся Москва переживала. Переживала музыкальная Москва, переживали болельщики шахмат, потому что очень интересный матч. А там были такие условия, после каждого хода нужно, чтобы тот, кто совершил этот ход, Ойстрах, они должны что-то сыграть быстренько. И Прокофьев не успевал, и это очень сильно мешало. А Шостакович и Хачатурян зорко следили за тем, чтобы эти условия соблюдались. И тоже очень любили. Они были очень азартные оба, кстати. Прокофьев – один из немногих композиторов, который трижды писал оперы на военные темы. Во время Великой Отечественной он начал писать масштабную «Войну и мир», виртуозно положив на музыку непростой и многостраничный роман Льва Толстого. Затем, после войны, Прокофьев оперно обессмертил подвиг безногого летчика в повести о настоящем человеке. А еще до войны в 1939-м появилась на свет его опера по повести одного из самых советских писателей Валентина Катаева под названием «Я сын трудового народа. О войне гражданской». Опера озаглавлена «Семен Катко», и она – абсолютный прокофьевский шедевр, которому и по сей день аплодируют стоя ведущие театры мира. Его уникальный музыкальный гениальный дар расцвел именно в России, и только в России мог раскрыться таким образом. И «Катко» – одна из важнейших опер Прокофьева. Святослав Рихтер читал ее едва ли не сильнейшей у Прокофьева. Я могу только присоединиться мнению величайшего пианиста нашего столетия, преклоняясь вместе с ним перед гением, может быть, величайшего композитора нашего столетия. Когда впервые Катко в Доме композиторов исполнили без оркестра, под рояль, то эти композиторы, у каждого из которых было представление о самом себе как гении, эти композиторы не могли встать с места, они сидели как пришитые, понимаете, после третьего акта. Вот этот кошмар, это зрелище массовой казни, пожара, невероятно. Музыка Прокофьева, гениальность этой музыки, это что она не сложная. Она музыка для всех, но она не однослойная музыка, да? Можно подойти немножко легкомысленно на ее слой, а можно пуститься по лестнице и просто найти какой-то другой фундамент, который существует. У Прокофьева есть и красота, и есть и подполье. Послушайте «Золушку», написанную в Перми в Великой Отечественной войне. Какой свет идет в этой музыке, какой сказочный мир в руинах в человечестве, а он у него есть свет. Война для любого творческого человека – это время активной работы. Страдания и горе, кровь и слезы, страх и ненависть, сочувствие и презрение. Эти чувства только обостряются под грохот артиллерийской канонады, сирены воздушной тревоги и телетайпный стиль сводок с фронтов. Во время войны Прокофьев работал над балетом «Золушка», оперой «Война и мир» и знаменитой «Пятой симфонией», о которой сам композитор написал так: «Я задумал ее как симфонию величия человеческого духа». Все три сочинения имели грандиозный успех. Они исполняются и по сей день. И даже действия прокофьевской «Золушки» хореографы часто перемещают в военные сороковые.
Прокофьеву созданный им балет «Золушка» был по душе. После удачных премьер в Большом и Кировском театрах он разложил его на отдельную сюиты и пьесы для фортепиано, которые с успехом исполнялись и безо всякой хореографии. Но именно балетные постановки обессмертили музыку Прокофьева. В Большом «Золушку» поставил Ростислав Захаров, в Кировском – Константин Сергеев. А уже в 1948-м в Лондоне свою версию балета представил британский классик танца Фредерик Эштон. Жизнь Прокофьева четко делится на три части. Дореволюционный старт, едва ли не мгновенная популярность и любовь публики. Затем эмиграция с вхождением в сон самых знаменитых живущих композиторов. И, наконец, работа в Советском Союзе в статусе, если не классика, то музыкального полубога. Прокофьев самолично расчертил свой жизненный путь, как нотный лист, пять прямых дорог, а на них ноты, словно снегири на проводах. Или же грозди сочного винограда, натянущейся к солнцу лозе. Прокофьев был гением, который, как и все живое, тянулся к солнцу, но только таким, как он, избранным, суждено подняться на недосягаемую высоту и не сгореть в лучах коварного светила. Вся эта музыка, все сочинения, и оперы, и симфонии, и концерты, все это написано совершенно покоряющим мастерством именно в том стиле, который принадлежит только одному Прокофьеву. И можно в таком случае браться за самые рискованные вещи. Можно написать ораторию «На страже мира», можно написать кантату к 20-летию октября, можно написать здравицу в 39-м, текст, который славит диктатора. Знаете, можно было все это сделать, потому что это гениальные сочинения. Вот Рихтер, например, говорит, вот это здравица, это чудо, мелодическое чудо. Он не обращает внимания, какой там текст. Тем более, текст был сначала один, теперь, конечно, поют с другим текстом. Это у нас не редкость. Он не обращает на это внимания. Святослав Тафьевич, Рихтер, гений, пианист. Потому что это написано бесподобно. Четыре части седьмой симфонии Прокофьева занимают не больше получаса, и за это время никому и в голову не может прийти, что композитору на момент написания произведения было уже 60. Со слушателями языком музыки будто говорит юный гений моцартовского склада. Композитор по сталинской традиции и для газеты «Правда» посвящает опус радостному пути советской молодежи. Награды за последнюю симфонию Прокофьев удостоился после смерти. В 1957-м ему присудили Ленинскую премию. Последние годы жизни Сергей Прокофьев практически не выезжал со своей подмосковной дачи. Он по-прежнему много работал. Одновременно сочинял балет «Сказ о каменном цветке», сонату для виолончели и фортепиано и симфонию-концерт для виолончели с оркестром. В 1952-м, за год до смерти, он в последний раз слушал в концертном исполнении собственное сочинение «Седьмую симфонию». В своем обращении к английским слушателям Прокофьев назвал ее юношеской. В ней ностальгию по уходящей жизни. Жизни, которая была полна славы и божественными прокофьевскими звуками.